вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые ученые, профессора, академики, докторанты, аспиранты, преподаватели и студенты и почетные гости праздника. И сегодня мы все вместе с вами отмечаем значимое событие для истории нашей страны и ее атомной отрасли. Праздник всего научного сообщества. 75 лет. Юбилей Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, ведущего вуза государственной корпорации